Всем здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала, гости канала. С вами я, Дима, и канал «Владелец аквариума». И с вами снова неизменный 72-литровый аквариум. После перестановки, после моего супер дизайна в кавычках, что происходит с ним? В общем, вкратце, я добавил туда лаву, попытался ее склеить силиконом, приклеил корягу наверху, можете увидеть, с правой стороны коряга прикреплена к лаве. Вот. Буцефаландры чувствуют себя хорошо. Большинство из них выпустило бутоны, то есть они цветут. Но даже сейчас я вам покажу. Одна из них вот отцвела. Так, надо взять, наверное, что-то поудобнее, чтобы показывать. Сейчас, секунду, придумаем. Так, смотрите. Вот один цветочек уже готов, отцвел. Это Silver Powder буцефаландра. И вот, вот один выпустил. Вот второй. Вот будет цвести. Вот один вчера зацвел. Вот еще один. Вот, вот, вот будет цветонос. Вот тут их раз, два, три. И Super Blue 2 тоже будет цвести. В общем, буцефаландрам все понравилось, все нормально. Листья не сбрасывают, ничего страшного не происходит, все отлично. Вот, и мне это тоже нравится. Значит, что по аквариуму в общем. Мне не хотелось выкидывать растения какие-то. Я единственное, что я убрал сетняк, да, ну некуда его было девать. Вот. Все остальное я не хотел выкидывать, поэтому все Silver Powder кусты, вот, вот, они были распределены на коряги намотанные. Кто смотрел мои предыдущие видео, такие круглые бревнышки с посверленными сквозными отверстиями. Часть из них я приклеил суперклеем корягам и к декорации, вот к этой, и к лаве. Вот. Анубиас также поместил на корягу и вот сюда, в середину композиции, так сказать, я его сюда в двух кустах поставил. Бальбитис тоже не стал выкидывать, приклеил на пенечек, поставил на задний фон, вот он, вот бальбитис. Вот. И также, что еще хочу сказать, папоротник узколистный тайландский. Вот, можно заметить его, вот они, листочки. И кто видел видео, я его также закрепил на коряжку. Вот, я его просто положил сюда на грунт, а на него поставил уже коряжки с буцефаландрами. Пусть оно все так прорастает, я думаю, будет красиво. Вот, мох чувствует себя хорошо, который прирос к стенке. Идет на боковую стенку, сюда. Вот тут он начинает заходить. Скоро буду его стричь. С левой стенки также вот он начал прирастать. Вот тут внизу. Ну, пусть прирастает, будет отлично все. В целом, в общем, все хорошо. А, гигрофила пенантифида также. Вот я ее полностью обкорнал, обрезал. Приклеил суперклеем на вот такой вот кусочек деревяшки. Положил здесь. Посмотрим, как она будет расти. Вот. Ну, вроде бы она там что-то вот растет. То есть, не гниет, не отпадает листья, ничего. Посмотрим. Вот. Что еще? Почвопокровка Монте-Карло. Ну, вроде бы она немножко начала оживать. Сейчас я покажу поближе. Тут даже... Обратите внимание, посредине есть такие крупные листики, несколько. Возможно, из-за того, что свет стал поступать лучше, из-за того, что тут все открыто, стало лучше расти. Вот. По удобрениям. Удобрения все так же добавляю ермолаевские, микро, макро, по одному клику из их фирменной бутылочки. И альгицид, также один клик каждый день добавляю. Вот. Дня три назад начал добавлять также железо. Буду добавлять для того, чтобы цвет у буцефаландр темного, у которых темный окрас, вот Супер Блю и Копи Сусу, вот там маленькая, вот она.
Вот. У них был более насыщенный темный цвет. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Параметры не меряю, хотя у меня есть тесты. Как-нибудь, может быть, запишу видео и сделаю вам. Если интересно, напишите в комментариях, сделаю такое видео. Вот, в общем-то, по состоянию на данный момент аквариума, вот состояние такое. Все отлично, все растет. Сейчас покажу вам поближе. Заранее прошу прощения за блики в аквариуме. Аквариум стоит напротив балконного окна, закрыл шторами, но все равно просвещается. Как будет для этого оборудования? Для оборудования будут финансы, куплю какую-то специальную шторку, или как она там называется, чтобы закрывать задний фон, чтобы не отсвечивало. Пока так, ребята, вот. Сомики довольны, панды, Black Венесуэлы, оманки, я ему тут на шпажке меню сделал, это шпинат, салат, огурец. То, что я ем, то и им даю. Вот. Растение себя чувствует хорошо. Да, дизайн, конечно, не очень там, не супер получилось, но я думаю, когда вот это вот все зарастет, будет очень красиво. Пышно, красиво. Для тех, кто любит растения, меня поймут. Понятно, что акваскейперы, ну, далеко мне еще до этого. Ну, в принципе, все. Спасибо вам за внимание, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, советуйте. Жду от вас обратной связи. Всего доброго.